Питкин. Питкин. Пит. Заебал. А не он писал 5 минут АФК? А, ну да, он мне писал, что типа ему через час надо будет на 5 минут отойти. У вас не отвечает на фурик. А ты кем можешь пойти? Магом. АДК есть? АДК нету. Ретрик! Я могу с квадратерами идти на хапала, например, по хилинг втроём. Ну или, не знаю, там хапала, решам ДЦ. Вообще без разницы. Что сейчас банк не упадет, даже 6к. Упадет весь рейд. Так, дайте-ка еще чек. Если он не зайдет, сейчас его кикнем. А он здесь, все. Так, сейчас я запущу, а ДК сейчас типа что линкнул. Неужели прибыли наконец хваленые силы света мне? Бля, теперь я на этой платформе. Ту девственность потерял. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через... Блять, где она? Кто? Добавь то, что на ДК вешает. Леус, что-то не наблюдаю. Какой дебаф? На ДК накладывается, жнец, по-моему, называется. Жнец душ. Заебал. О, да. Вот, под нее, если что, всегда будешь прожиматься, она у тебя справа будет. Бьем. Чтобы ты увидел финал, не могу допустить, чтобы величайший служитель... Блядь, чё, 5, что ли? У меня почему-то кайс отдал, не работает. Да-да-да. Сейчас чума скоро будет. На секунду. А, Сэдли на нем повезло. Скоро снова опять будет ловушка. Так, милики побежали. Звездочка. Сейчас скоро еще одна ловушка будет. Через сколько там. Так, на ком? Я не вижу. АДК, бежим, милики, милики, бежим, бежим, бежим. Все. Да, я улетел. Он улетел, падаем. Но обещал вернуться. У тебя есть АДК? У меня? У зомби? Да. Да, 6-3. Хорошо. Сейчас пикнешься. Дайте ему хотя бы соточку. Надежда. Ну, давай, королька, поднимай всех. Ты спекайся в АДК, я спекнусь в АДК. Ой, в АДК. Это, напомните, как разбагивать аддона, что там надо прописывать? Короче, слэш gquit. Бля, у меня почему-то постоянно аддон слетает, и я не могу понять почему. Ну, у мутанта спроси, он знает аддон. А доли чая у тебя слетали, нет аддона? Да у меня все слетает, абсолютно все. Я не знаю, почему я, ну, я там пару читов хотел накачать тогда. Типа фишбота, все такого. И из-за этого что-то какая-то жопа начинается. Такара. Ты герой. У меня есть. То она слетает, то я начинаю вылетать, когда начисляю, ну, ЕП начисляю, у меня вылетает ИР. У тебя вирус, я тебя поздравляю, ты как минимум. Ну, я тоже так думаю. Что, удаляй клиент, ты через торрент закачай там 15-20 минут. Потому что это ненормально.
Не, ну хотя бы не во время боя не улетает. Я думаю, что это радует. Антивирус тут что, не помогает? Не, ну у меня он, кстати, стоит. Но у меня все нормально со всеми играми, вот только чисто что здесь. Ну потому что, наверное, аддон ЕПГП только в этой игре. Вон тебе скинули в РК. Да, хорошо, я его потом выпишу. Давайте идите сюда, будем снова бафы давать. Был зомби, давай тоже сюда лети. Сейчас буду я танчить, меня будете закидывать. Блин, что-то мне этот рейд напомнил рейды с кнутами. Давайте. Когда в кнутах было, они постоянно до лича нормально идут, а на личе пиздец вайпаются. Ну, что поделать. Так, давайте чек на баф на готовность. Все, все готово. Сейчас я запущу босс. Так, его сейчас переписать можно? Ничего не будет? Нет. Чисто бафа нет. И... Ну я его, в общем, переписал. Не знаю. Получилось, не получилось. Сейчас мы взглянем. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Так, Милик, кому бы дать за то, что замучил звездочку? Ну, кто бы получит? Машек. Да это Трися, ты сегодня трезвый. Ты мне сейчас скажи, да, нет. Я сегодня добрый нахуй. Поэтому разрешаю сделать тебе пососайку моему хую. Он трезвый сегодня, я ему метку дал, короче. Если что по поводу ловушек будет тянуть, если мне не помогло. Хуя он мне чуть не въебал нахуй. Не помогло. РДД. Сейчас, короче, чума будет. Бессмерт. Да, бей. Диспел. Примерно, конечно, ложка будет. РДДшка, да. Подавай, не могу проводить его. Сейчас, скажу, еще одни ложки будут. РДД. Чума. Готовьтесь. С этой слов. Где? Диспел. Так, она мумо, вот я понял. Мелики, мелики, мелики. Самогон, что ты там делаешь? Играю, блядь. Чума, 5 секунд. Опять. Мелики. Кто голы? Диспел. У Трэша забери там Мумоба. Все, молодец. ПД. Там еще 4%. Сейчас ловушка появится, я его на крыльки. Так, ПД мини, побежали. Сейчас готовимся, чума должен быть. Алпич, Алпич. Выноси. Диспел. Диспел. Переходка. Я проморожу вас осквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Дайте мана. Мальчик.
почеги. Поставил тотем. Залейте алпичу ману. Даксон, залей ему ману. Духа активнее бейте. Бейте нового. Духа. Влияет снова дух нового убьет. Представишь на себя эту метку. Собирай паладин. Метки не вижу. Вижу. Ставь твой. Бейте Валька. Уже 5 секунд готовьтесь. Керригер на тебе. Убейте Валя. Кружочек добейте. Все. Это будет поставь так метку и становите все метку, вы как-то, блядь, как цветочек по разным сторонам разлетелись. Все, мы что первым. Сейчас лужа или что, одну секунду? Или... А с первой валька спустите, а потом будет лужа. Убегайте, убегайте, убегайте. Бейте, Валик, Валик, бейте. Тромбик бейте, стан, стан дайте. Бейте, бейте, бейте. Замедляю трусы через пытку, помогите. Ну? Чё с Рогой? Он в центре показан. Сейчас сохранение будет. Свар на тебя. Все сюда сейчас. Квадрат. Ну, стан, давайте, давайте. Вам везет. Бейте, Валик. Валик, бейте. Ну, станы какие-нибудь, не? Ну, убивайте кружочек. Терегоник, стан, дайте. Бля, все, не бейте ее, не бейте. Так, троих ну... нету. Куда встаем-то? Еще нет метки. Квадратик. Какой квадрат? Снова бить. Валь, сейчас сквернение будет. Уходите. Гудербол на тебя. Да, кружок через пытку. Их бей. Ромбик бейте, ромбик бейте. Да уже не спасете, играйте трусы. Блять, ну трусы могли бы добить, нахуй ромбик играли. Да это какой-то пиздец. Нормально, медляйте валики и, наверное, Лича придется бить. Появится. Где, наверное, для чая? Для чая. Думал, вряд ли перевезел. Ну, Альфонс-то прохильте, он сейчас коньки отбросит. Не отброшу. Да не, можно падать. Да, просто. Надо, короче, менять людей, кого маленький ДПС. Это уже слишком. Я разливаю сквернение, падает. Там у нас... Кто голы слабенькие, кто там у нас еще Пыткин. Причем тут типа ДПС, тут не в ДПС дело. Тут валик толком не сливают. Потому что стан им надо нормально давать.
Да, там какая-то проблема с станами, потому что станы там на себе могут появляться. Стан, смотрите, молот правосудия я станила, на вторую вальку он еще КД, я только гнев небес давала. На третью я уж, ну как бы, на следующую тоже давала я печеньки стан. Так а зачем вы вообще гнев небес даете, чтобы в ГКД, блядь, все кинуть надо? Нет, сначала давали молот правосудия, как сказали. Но я, в принципе, свою вальку сливала. Я просто говорю, что когда следующая валька, еще молот правосудия не откадешивается. Чтобы дать допустим, то, следующую вальку уже следующая сливает. Ой, следующая дает станы. Тергоса, Кот и Акту. Ну, вот так вот. Почему не бьете валик? Я не знаю. Посмотрите, посмотрите, кто сколько валик влил. Помощь нужна. Блин, Канит, у тебя есть такой ДПС по валикам? То сколько? Было 5 валик, 5 станов скота. Даня, говорю, помощь надо, не? Да я не знаю, не яру. Так зачем ты ее кинул в 8-ю пати, если дело даже не в ДПС? Нет, не я ее кинул. Ну а зачем тогда у тебя какие-то ассисты что-то делают за тебя, когда ты РЛ? Ебать, слышишь, самогон, меня еще кикнули с алчата, блядь. Пидоры, блядь. Жестко. Да просто так. Давайте да, нормально да. Просто распределим по этим постанам и все будет ништяк. Да, четко еще раз расскажи тебе, кто что ты кажешь. Давай, короче, Сэдли будет станить квадратик 1-3-5, Актулгалы кружочек 1-3-5, Ретрия ромбик 1-3-5. Я кружочек, давайте каждый свои баф. Ладно, у нас есть РЛ, пусть РЛ назначает, короче. Я же уже назначил, что мне опять ему назначать. Ну, ты скажи им все четко, понятно, ты понимаешь, что не проходит станы по валим, значит, что-то непонятно людям. Скажи погоди, еще раз. Леха, погоди, может, я точно? Станы не проходят, потому что некоторые сливают сразу стан и гнев небес. Я их что на валик не смотрю, я ж не знаю, как вы там встанете. Че ты прицел говоришь? Трогу. Я говорю, я точно в Аркадер Старс зашел, или что-то уже? Ну да. А разве небес не увеличивает скорость валик потом? То что? Нет, после гнев небес вроде бы скорость движения валик увеличивается же. Нет, он просто сбивает все остальные станы и дает станы. Ну в ГКД уходит просто. Ну не в ГКД, а в этот, блядь, Diminution. Потом все станы уходят после гнев. Ты даешь обычно на 6 секунд, да? Но он на валик действует 5 секунд, вот этот молот. Молот 5. Ты даешь гнев. И уже, блядь, не твой молот слетает. И уже, соответственно, так как на ней был стан, то гнев действует 1.5 секунды. Вместо 3 прописанных. Потому что на валик станы действуют не 100%, а под этим. Ну, то есть, соответственно, если с молота 1 секунду, с гнева 2 секунды срезается. Ну, 1.5, то есть, 1.5 срезает. Если бы еще вальки летели все в одном направлении. А то не... Я вот, например, печеньку практически била одна свою. Это новая девушка, да, Киев? В одном направлении не летят, потому что милики неправильно стоят, мне кажется. Что-то пропустил я, да? Много. Ну, я тоже вот не понимаю, как это вы так летаете. Один полетел куда-то влево, а две вальки куда-то вправо полетели. Как-то, блин, знаете... Скажи еще раз, кто что станет. Хорошо. Сейчас я объясню опять. А, это три, ты здесь, присоедини, пожалуйста. Здесь. Ты будешь станешь треугольник. Это кто? Это Ретрия? Да, это Ретрия. Калк, ты здесь? Буду вам сейчас отдельно все. Нет, Калк, не кто угловы. Ты будешь бафать. Ты будешь станешь кружочек. Понял, да? Да ты кто угловы говоришь? Нет, это я говорю Калку. А кто угловы, это не тебе говорили. Ладно, а кто голы? Ты тогда следующий. Ты будешь станешь треугольничек. Так ты Ретри сказал. Ты же сказал, треугольничек. Треугольничек. А, ромбичек, извиняюсь.
Это Сэдли. Сейчас будем заново все объяснять по поводу стана. Портопалу нужно достанить трусы. Потому что он кружок не может достанет, так как он еще с гневным после переходки. Что-то ты вообще не знаешь, нам придумывал здесь. Да я тоже сижу, охуеваю, что он сидит. Ладно, тогда Сэдли, встанешь. Давай я буду кружочек, ретри, я кружочек. Бля, короче, Сэдли, встань этот трусы, калк, встань этот, как его, ромбик, а ты кружочек свой встань. Да. Потом на вторых вале, как Алктул Галы. Блядь. Ты будешь встань из кружочек. Этот, Тергоса, ты здесь? Тергоса, ты здесь? Ты будешь встань из ромбик. Можно я сейчас уже сам назначу по фасту? А то ты что-то какую-то хуйню несешь, я уже сам запутался. Я уже назначил все. Код кто? Прекращай, не слышно знаю. Было. Вы до хера говорите, как? Блин, я не услышал. Да я не знаю, по-моему, он просто время тянет. Короче, паладины, слушайте. Админку, пожалуйста, на канал. Паладины, слушайте, пожалуйста. Ретрия, ты станешь печеньку первую, третью и пятую, то есть нечетные. А Тугалы, ты нечетный 1, 3, 5, станешь ромбик. Калк, ты нечетный станешь 1, 3, 5, трусы. Рога, ты станешь 2, 4, 6, печеньку. Сэдли, 2, 4, 6, трусы. Бисмот, 2, 4, 6. Что там еще осталось у нас? Ромбик. Ромбик. Все, всем вот так вот понятно? Понятно. Пиздец, а что было? Ладно, чек на бафы, на готовность. Потому что ты видишь то, что мы играем, блядь, с детьми-аутистами. Ну, им нужно все объяснять нормально. Нет бы прийти сказать, чтобы все вали были застанены, и все палы получают КП, да? Если не застанены. Радька, что тебе не хватает? То есть некоторые люди не поняли, могу что... каждую вальку станить. Все, она готова, я запускаю. То есть некоторые люди не поняли, что надо... Вот первая, допустим, патия на первых вальках дает станы. А на следующих вальках дает ты... Так ты объясняй, четные такие-то типы, нечетные такие-то типы. Только вы еще при этом сливайте их, пожалуйста. Станы станами, но нужно сливать. У нас 3 ШП. Войпус бьет пыткой точечно печеньку, квадропедра, трусы, козырь, блядь, эту хуйню. Что там еще остается? Постоянно забываю, блядь. Ромбик. Ромбик. Нет, ромбик я сказал. Блядь, ты теперь меня уже запутал сам, нахуй. Ты сказал печеньку, трусы, остался ромбик, все. Печеньку, трусы, да, и козырь ромбик получается. Бля, мутант, не пиши мне это говно, я тебя сейчас в чест кину. Кидай поиску, брат. Сейчас скоро ловушка будет. РДД. РДД. Можете далеко не убегать. Он там стоял, блин, наверху. Сейчас чума выйдет. Будет эрбол. Сейчас скоро еще ловушка будет. На танке. РДД, РДД. Он танки, РДД. А, я понял. Меня наебывает это дом. Милики. Милики. Это Сэдди. Води его потихоньку. Ма, Питкин. Питкин. Диспел. Милит, на нет? Тебе, на тебе. БДК. Бежим, бежим. Я вижу. Сейчас еще ложки будут. Так, милики, танк уводи. Гутербол, чума. Испел. Опять милики. Давайте, ближе к РДД подбегаем. Да, вот бегите. Да, сюда, сюда.
Дрэга, отрядите, не успеете, чума. Так, давайте. И ближе попало станьте. Сейчас чуму будете выносить. Блэк зомби. Диспел. Ну ничего себе, наш шаркарь уже все нахуй кончился. Вал, забирайте шарк. Как маг упал. Я не буду поднимать, пусть слабые дамаги поднимают. А, Даксон, подними ты. Забери. Это хандай на меня на пол. Поставил тотем, кто-нибудь гейм спойте. Ты на пол, блин, салди, спойте. Дайте по гимнам оно. Но сейчас я сферу бью. Лови следующим дух. Ты сейчас заберу тебя. Поводу хабейте. Кстати, лови нового. О, бейте. Напу можете сейчас нас отбедать. И домашним его сейчас. Медики тоже сейчас бейте, бейте, бейте сейчас. Куда там на себя выпистать? Ну, звезду. Шаман первый. Встаньте, Валь, встаньте. И Хан тоже тропу свою сливай. А ДК тебе объясняю, ты под ебалом всегда дамажишь. Ты так будешь лужи разливать в первый раз. Ну вау, вот сейчас Вальки замедленные были. Ой, блядь, застанены. Ну, доливайте там. Все, молодцы, давайте сюда. Давайте центр. Первая Валька спускается и тут же убегаете. В одну точку встаньте все, пожалуйста. Звезду. Так, что? После того, как Валик зальете, кот зальешь ману, Анка. Я залил, я только что. Готовьте сейчас, уже. Побежали. Бегите, бегите, бегите. Рейтер я, молодец. Бейте Валик, Валик, бейте. Стану, давайте. Ну чё, где станы? Вообще ничего не застанем. Ромбик застаньте, он вообще без стана был. Бейте ему хоть нет небес. Ну бля, замедляю через пытку. Бейте, бейте без метки. Вальку. Фух, успели. Так, сейчас свернение должно быть. У меня есть что для БМ опять не. Ой, ДБМ, да, на третьем. РНЖ, стой. На РНЖ, куда ты повел? Я здесь стою, краешка специально. Его никуда не видел. Я снова на тебя. Давайте снова сюда. Сейчас вальки вроде будут, не? Да. Антивалик. Ну встань, где? Встань, где Эритрию схватили. Трусы позамедляй через пытку. Бейте, кружочек, кружочек добивайте. И трусы потом бейте. Трусы помогите? Все отлично. Бейте, бейте, все, молодцы. И уйдите от меня. Подстава, бейте. Саня, подстава. Все в трусы. Трусы становитесь сейчас. Трусы, алло. Я тоже там подпиливать. Через кони не дал. Смуган. Че? Я... Встаньте их. Встаньте. Это... Сильный занят. Ну вообще, да, лича бью. Кэм? Ну конечно. Зайдешь потом ко мне? Да, окей. Бейте, ромбик, ромбик, бейте. Забили ее. Давай эти ромбик. Ай, все. Две вальки улетели. Переводим. Забирай седли, сука. Ну хоть меня бы подбили. Поднимайте. На край веди, переводим лича. Давайте, бафы, бафы дайте. 3%, 2%. На край идем. Давайте на край. Ты это, седли, веди его. Вальки будут, мы не успеем, надо замедлить будет. Бейте еще. Пока что. Вот стой тут нормально. Дайте стан. Давайте, бейте, Валик. Ой, Валик, чай.
Ну-ну-ну, дайте им еще встан, дайте кружочек встан. Кружочек встан дайте, блять, дайте им встан. Ну, блять. Бежим на край. Гин нужен на ману срочно, ребят. Пойте там. Войц, пой. Есть он на платформе? Алпич, у тебя есть? Ждал. Кто на платформе там? Шука. Следующего вы. Да кресайте. Вы вместе сидите. На платформе, да? Я поднимаю. Okay. Бейте нового духа, нового бейте. Можете гимн спять ставлю туда. Алпич, как ты упал? Да пока тебе отвечал, блядь, бог сбрил. Ты на платформе, Алпич? Да, да. Я тебя подниму, как на фазу перейдем. Махните альфон своему этому патрону. На полный садли там, давайте найти дух. Ну-ну-ну, заберите. Добивай, бейте пока сову. Стань только после комнаты. Ну, блядь, Алпич! Бля, этот Даксон поднимешь ты потом, Алпича. Давайте звезду. И за звездой. Ой, на тебе еще что? Нахуй ты прямо сейчас стал, скажи. Дух убейте. Кто тебе помогает? Давайте на карате. У меня вырезал. Что? Таксон, ты сможешь его поднять? Без мол, тогда ты поднимешь. Духов пока бейте. Курбейте. Могу духа поднимать. Забери час Сэдли. Чё ты его забрал с меня? Добивайся. Дух. Ты сможешь, кинешь ему сало. Иди сюда. Милики ушли, РДшники тоже ушли. Ралька, отойди от меня. Нет! Бисмот, поднимаю его. Самогон, ну ты-то чё? Да я думал, они не долетят, думаю. Сколько там до комнаты? Сейчас. Уже. Отлично. Духа убили, хорошо. Неверин, поднимешь самого. Я поднимал Элисан. Да нет, у БР, все. Яс. Бьем тогда так, будет виде. Ману кому залить? Ну, кральки. Либо Анка, либо кральки. Блять, ты это кралька, блядь. Пятый. Прогурчик. А кралька зябр, ёпта. Я ищу мага кралька. Че, у короля есть БР? По-моему, нету, она вроде альфонс поднимала. Не беги вперед. Не надо бегать вперед звезды. Кто там, сова, друид еще один. Давайте уходим от духов уходим. Уходите, уходите. Эйтери, не лови, пожалуйста. За спину дух устали. Меня хильте. Гимн отказываешься у кого? Я на ману на копейку. Осквернение на... сейчас будет. Сейчас должно быть осквернение скоро. Вот, Рей, отходи. Все за спину ключи встали. Чтоб воздух не убил. Цели ты там давай тоже хлопай. Должна быть комната, да? Угу. Все. Тогда буду ставить. Так, Дегер, сколько там осталось? 3 минуты еще. Все. Звезду. Войт, иди. На тебе звезда.
Надо пробегать, тут бомбы летит. Звезду бегите, когда пиздец. Все, можешь потихонечку вести. Все, пробегайте. Вперед, звезды, не бегайте, пожалуйста. Что, сейчас мы должны быть на другой стороне. Да. Хлопай. И все сейчас к лицу лечу, встаньте, потому что сейчас его поверну. Тихите меня. Гимн есть у кого? Пойте гимн. Да. И залейте ванку и его печу. Что там просто? Хотя бы энергию. Блин, ману. Ставьте, ставьте там. Все, ману у них есть, отлично. Сейчас осквернение должно быть. Правильно? Мы не одобряем. Да, блять. Так, сейчас вы можете похлопать. РДшники там аккуратнее, видите, дух. Так, сколько там еще? 29 секунд. После этой комнаты дадите Вера. Бля, еще 10 систем убить. До Мерсе сколько там еще? Ну, тут дальше идет. Давай, веди двое. Блядь. Води, веди, веди. Все, и потихонечку. Приготовиться ретаунтить. Еще пока до версы минуту пусть. Но пока что. Это Павел, слови, Павел, Бабл, Бабл. Меня прохитите, меня прохитите. Гера дайте. Можете Гера дать. Сейчас будем потом ретаунтами баловаться. На 20 секунд версал. Эти медики все соки выжимают свои. Я его потихонечку веду, чтобы могли дамажить. Где треугольником уже медики играть, и там он там сейчас начинает уже. 4. Давайте рассасывайтесь. 2, 1. Делайте ретан сейчас. Делайте ретан сейчас. Вот другой кто-то. Опять. Другой, другой забирай. Ааа, таут, таут. Добивайте, добивайте. Бить. Все, сейчас нормально. Я его заберу. Нормально, мы добили. Бля. Да ну нахуй. Доты просто сейчас добьем. Сейчас добьем. Давайте звезду. Вот тут и веди его, Вой, тут и веди. Что ты, Вой, делаешь? Уже. Успею сдавить. Там Старфолы сейчас свободу дадут. РДДшники, давайте мне снимем. Может, БР у кого откадышился? ХЗ, я не думаю. Да мы не отрезаем, там осталось то панты. Да он уже будет доставать пушку. Ага, лоб. Все. Нормально. Ну, наконец-то. Ай, потно. Так, щелкал я ваш там иран. Ну, в общем, то, что мне скинули РК, не помогло. Ничего не помогает. Может, на доловку перезапустить, поможет. Блин, коните по зловещим духам. Ну, ты там в топе, судя. Ну, я так думаю. Хотя, может быть, и соло в топе здесь. Как я понял, там люди не разыгрались со станами, и на первых вальках даже вторая партия, кто должен четные вальки
станете, а не станете нечетные, да? Просто на это Ритрию унесла Валька, и не станет вот, на третью свою. Да, потому что я назначал на четных Медведя и Рогу, а они что-то тупили и не станили. Не, ну я знаю, там еще Рогу уносило те, кто должны были встанить. Их всех унесло. Какого Медведя? Ой, блядь, Медведя, кота. Я не говорю, что ты тупил, я сказал, что тебя тоже Валька уносила, и никто тебя не застанет. Тедди, а тебе лучше, кстати, прокачать стан, ты будешь на каждой Вальке. Ты уверен, что Косм никого не станет? Ну, я тебе не говорю, что ты никого не станет. Я станил Роми по каждому, то есть ждал Пала на нечет. И станил свою начет. А это, особенно, ты дадите его. Ну ты молодец, если так. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Не, я. Вообще не понимаю, почему попало не вкачивает этот стан. Все его прокачать, они же потом каждую вальку могут спокойно станить. Она откадышится. Это мы с какого раза убили? С третьего или с третьего? С третьего. Давайте сейчас в РС. Да, в РС сейчас и пойдем. Еще должен Олег, по сути, зайти. Он должен мне пиздели еще раз добавить и Вольду. И тебе самого. Что ты говоришь? Должен же Олег зайти, он как-то обещал, что зайдет, типа, и разберется по поводу ЕПГП, потому что я тогда пугов добрал, типа, это было нельзя, типа, я там не тех взял, короче, он мне дал выговор, что, типа, я их взял. То есть я не умею добирать солчат, вот как я понял. И он мне лично сказал, чтоб я больше солчата не добирал где ночью. Если типа не получается добрать, все, распускай тогда, если никто не хочет. А те, кто будет сходить там с солчатом во время сбора, то будут получать ГП, либо ну, кикать Олег будет с гильдии. Как-то так. Ну, еще под доп. ЕП тоже сказал. Я ж там 100 ЕП начислил, когда даже не собирался рейд. И типа за это. Тебе нас упал. Все, я сейчас так. Вот я тебя доверила, я сейчас зайду за хила, сейчас мы там ИП. Это WhatsApp, ты сейчас не будешь никуда отходить? Ну я кушаю еще. Вот, а ты уже. Данила, от всего сердца желаю тебе приятного аппетита. Спасибо. Будьте хранитель на моем. Уху! Бля, не на того чар сошел. Это ты так Алибадре радуешься? Конечно, беспонтово, она никому не нужна, чё ей радоваться? Ну мне похуй, я радуюсь. Ну блять, это круто, умей радоваться мелочам. Когда ты за самого Никсу поменяешь уже? Когда... Да. Что ты подписал, Сарсик? Твой голос, кстати, хоть когда ты даже бабские вставляешь, там диско... Ну, там все равно слышен даже и твой голос немного. Да пофиг. Я обычно эту хуйню, короче, включаю, когда в пугрейд какой-то иду. Типа долгу не просишь, да? Ну, типа, я вообще в другой аркад захожу, понял? Ну, я понял. Рейды с ними ходишь, там, шмотку, допустим, на тебя другой человек сролил, ты такой спрашиваешь, откуда ты, там, человек сказал. В РСК во скольки ГС? Это 9 КГС. Блядь, у меня 8, сука.
Это тебе надо эпохальные печеньки, короче, выбить, осветиться. Там шмот 327. Тогда попадешь. Так, все зашли на ИП. Знаешь, я тебе так, скажу так. Так это. Подожди. Гутербол он очистил уже с гниля. Он с гниля с нами пошел. Посчитай, сколько их. Точнее, даже не с гниля, а с тухло пузо. С тухло. Гутербол, посчитай, сколько это. Не знаю. 1000 ИП. Че, никто больше не заходит, все нормально, да? Ну все, у нас 24, да. Что-то я хотел сказать. А, вот. В целом. Ой, блять, ВРС берут не от ГС, а от рук. Так. Посад пока кушает.